Но я хочу комнату снять тоже. Я не буду твой угол снимать, не волнуйся. Так. Вот эта комната одна. Наш диван. Аня купила. Попросила диваны купить. Да все, успокойся. Тебя не снимаю, тебя. Вот. Легендарный вагон, который все никак не может проехаться до своего участка. Здесь у нас протечка. Протечка. Здесь печка. Здесь печка, а тут протечка. О. Здесь будет печка. Здесь стояла печка еще, и будет печка. Буржуечку поставлю, потом, позже. Так, вот здесь все мыли, помывали. Так что вот, хороший вагон. Вот, жена моя. Муж мой. У тебя нету на ютубе канала, у меня тоже нету. Вон, тут тоже надо все снимать, все делать, все убирать. Вот. Обивку придется снимать. Обивку, да. Так что так вот. Вот кухня. Вот тут старое белье. Не буду его снимать. Ну вот. Вход. А там Тася, которая не хочет сниматься. Ну, довольно-таки просторный очень. Просторный, удобный вагон. Советский. 27 метров. Вообще классно. Суперский. Так что так. Сейчас вход. Вход-то не надо, но... Дай пройти, выйти. Ну, так поставили, потому что это он не на своем месте стоит, как говорится. Но поставили хорошо. Поставили хорошо. Вот он. Классный вагончик. Вот там я полезу на крышу сегодня. Жара, но тем не менее. А вон моя дорога. Вот там он должен стоять. Еще утащить. Пытались ребята проехать, но сейчас уже сухо. Вот как раз я видел своего строителя сегодня. Вот он. Так что так. Пойдем купаться на озеро. Вот. Местные едут. Правда, не очень местные, дачники. А это цветы. Зверобой, наверное, или что это? Как-то, не знаю даже, как называется. Так что вот.